Новогодние сувениры на любой вкус – из глины, рогоза, кукурузного листа. Галина Сиделева представила мягкие игрушки в виде символа года. Говорит, такая мышь гарантирует удачу в 2020-м. Благополучие в первую очередь. Так как почему вот сейчас очень популярны такие мыши на мешках? Вот они себе приготовили уже. То есть все, кто приобретает мышку, ну, в любом виде она может, картинка, там, открытка. То есть первое – это благополучие. 38 предприятий получили дипломы лауреатов областного смотра конкурса «Покупаем Курское». Кроме того, две компании региона по итогам года вошли в число 100 лучших товаров России. Особое внимание местным брендам. Чтобы продвигать курские товары, нужна серьезная подготовительная работа. Есть зарегистрированные бренды, как такие конфеты «Марьино» и так далее. Вот. И мы здесь должны комплексно уже посмотреть, как правильно эту политику продвижения выстроить, потому что само по себе предприятие готово производить, но это действительно нужно выстроить систему реализации этой продукции, чтобы и куряне знали, что где ее можно приобрести, то есть с тем, чтобы этот бренд он вышел за рамки Курской области. На совещании с предпринимателями, оно прошло до начала выставки, не обошлось без острых вопросов. Ряд сетей, которые недавно появились в Курской области, не в полной мере обращают внимание на качество той продукции, которую реализуют, и на взаимодействие с потребителями, что нам, как органам власти, необходимо будет прокорректировать. В целом, в 2019-м рост реализации курской продукции вырос более чем на 5%. Это 80 миллиардов рублей. По уровню валового внутреннего продукта мы восьмые в стране и третьи в ЦФО. Юлия Матвеева, Геннадий Воробьев. События дня.